Там мы делаем тех самых русских хакеров, которые потом знамениты на весь мир. Ха-ха-ха. Школа пришла нам где-то в начале 2007 года. Пришла по бедности. Мы поняли, что нам нужны люди, нам негде их брать. Значит, их надо обучать. Их новых людей сначала нанимали, просто беря друзей, потом беря друзей и друзей. Ну и в какой-то момент люди кончились. Мне кажется, что закономерно, что развитие машинного обучения влечет такой хайп. Действительно, это потрясающая вещь, когда у робота появляются мозги. И искусственный интеллект будет во всем. Все вещи, которые мы пользуемся, они будут немножко умными. Первый набор, второй набор, третий набор. И дальше мы поняли, что это все серьезно. Очень многие выпускники ШАДа работают в Яндексе, но те, кто уехал, они работают в Фейсбуке, Гугле, Микрософте. 10 лет спустя ШАД — это лучшая школа по анализу данных, по науке, искусственный интеллект. Я думаю, не только в России. Когда мы стали уверены, что про студентов мы знаем все и можем, в общем, студентов учить таких, как нам хочется, мы стали думать о старших школьниках. Когда мы научились работать со старшими школьниками, то стали думать о школьниках вообще. В будущем это такая большая онлайн-платформа, на которой все школьники смогут учиться и в школе, и после школы разным предметам. Вообще, я надеюсь, что когда мы научимся работать со средней и младшей школой, то мы, может быть, пустим до детского сада. Мне кажется, что нужно работать с детьми, и Яндекс может много чего нового и хорошего дать в смысле образования детям. Любой выпускник школы должен, в общем, уметь программировать, и он себя прокормит. Работа программиста всегда будет в ближайшие несколько десятков лет точно.